Новый год и последующие выходные жители города и области по традиции смогут отметить на специальных крупных праздничных площадках. Однако стоит помнить, что веселье не обойдется без пристального внимания стражей правопорядка. Как сообщили в понедельник в управлении МВД по региону, ежедневно, начиная с 28 декабря и по 8 января, следить за правопорядком будут 12 600 полицейских, заверив, что они постараются уважительно отнестись к тем гражданам, которые не представляют праздник без алкоголя, если, конечно, последние будут держать себя в рамках приличия, подчеркивают в ведомстве. Мы знаем, что русский человек, он просто безмерно может заниматься возлиянием алкогольных напитков. И оно не запрещено у нас, да, сухого закона нет, но тем не менее, вот эта категория, та, которая без помощи состояния своего попадет, мы здесь намерены, и, кстати, этот вопрос обсуждался на теоретической комиссии при губернаторе Новосибирской области. Ну и вот эта категория, та, которая будет в таком вот виде, мы здесь решаем вместе с Министерством здравоохранения правительства Новосибирской области, чтобы она была изолирована от общества. Ну, помните, ранее, если у нас вот представители медицинские присутствовали, то мы могли такую категорию немедленно изолировать, и они не могли совершать преступления либо в отношении их, какие-либо правонарушения. Вот это вот как бы мы видим задачу, чтобы, ну и создать комфорт вообще для населения, оградить от таких вот лиц. Они будут. Соответственно, на эту работу настраиваемся. Поскольку вытрезвителей теперь нет, то перебравших со спиртным будут доставлять либо в больницы, либо развозить по домам, обещают полицейские. Ну а самые буйные все же имеют шанс попасть в ближайшее отделение. Так что лучше не злоупотреблять алкоголем, чтобы не испортить праздник ни себе, ни своим близким.